Всем любителям сим-рейсинга и автоспорта. Продолжаем, значит, покатушки Assetto Corsa, проходим челленджи. И сейчас у нас Porsche 911 GT3, моноклассовая гонка. Самый сложный уровень сложности, Alien. Старт, друзья. Все помощники выключены, кроме ABS. ABS в режиме Factory, так же, как на настоящей машине. Пять кругов, трасса Барселона. Боты тут несколько неадекватны. На Элине они особенно агрессивны. Защищаются как звери, так сказать, до последнего. Ну ладно, попробуем проехать. Я тут немножко тренировался. Надеюсь, в первой попытке получится пройти. Лучше у меня выход. Так, аккуратненько. Отлично. Главное, чтобы бот не приехал. Лучше у него выход. Да, Porsche. Классная тачка. 911 GT3 RS. Под трек. Из магазина, что называется, тачка. Так, вот здесь широковато. Выходим. Сейчас попробуем по внешке пройти. Бок о бок, друзья, борьба. Нет, не получается. Так, небольшой снос. Отлавливаем занос. Потерял я на этом время, конечно, но ничего страшного сейчас здесь. Здесь зато у меня лучший выход. Итак, выиграть надо эту гонку, ребят. 5 кругов всего. Так сказать, чтобы дали мне награду. Так, ну что-то здесь бот затупил. Уехал в сторону. Пытается сейчас по внешке разогнаться. Я закрываю внутреннюю траекторию. Я без шансов ему. Так, мы на 5-й позиции. Идет второй круг. Я выключил. У меня был включен трекшн. Я смотрю, как-то она слишком уж стабильно из поворотов разгоняется и медленно. Все, теперь трекшн отключен. Теперь точно без трекшн контроля. Давай, 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 давай. Отлично. Теперь газа можно доруливать на выходах. Немного ошибся, сорвало меня здесь. Сразу отстал. Да. Третий круг пошел. Слушайте, ну прям таки первый-то со вторым оторвались. Синий-оранжевый сдерживает, он пытается пройти. Так же, как и я в прошлой, на прошлом круге, по внутренней траектории здесь.
сопротивляется. Фух, снос отловил. На грани. Так, сейчас попробуем перекрестить. Чтобы выход у меня получше. Получше у меня выход. Ну что? Оранжевый прям-таки оторвался. Этот синий нас сдерживал. Так, ну все, обогнали. Порш, конечно, классно. Тачка, как он рулится, просто песня, друзья. Легким дотормаживанием его немножко забрасываем. И в этом месте сейчас тоже так же сделаем. Вот. Эх, немножко... Нет, нормально, все нормально сейчас сработало. Здесь тоже так же. Трейл-брейкингом, чтобы руль как можно раньше прямо встал. И здесь. Эх. Блин, немного я зацепил газон. Четвертый круг пошел. Два круга до финиша. Слушайте, ну я прямо-таки могу и не выиграть этот челлендж сходу. Другую я, видите, здесь траекторию выбираю. Нет, у него оказался лучше. Правильная траектория здесь. Так, ну здесь мы сейчас очень хорошо проехали. Да, оранжевый, друзья, очень хорошо едет. Догоняем мы, кстати, первого-второго. Медленно, правда, догоняем, но... До конца гонки можем и не успеть. Мне надо как можно ближе к оранжевому сейчас подкрасться, чтобы пройти его на торможение все-таки. Блин, немножко пораньше он разгоняется. Не могу я никак пока поймать, так сказать. Чуть не врезался. Немножко ошибся с точкой торможения. Атакуем. Так, ну сейчас надо максимально близко выйти. Ну вот, наконец-то я нащупал здесь траекторию правильную, точку разгона и торможения. Так, на стартовой прямой проходим. Начался последний круг. Слушайте, ну я, конечно, постараюсь догнать первого-второй, но... Не уверен, что получится. Да, в начале гонки я первые два круга тупил. У меня, кажется, был включен трекшн, пришлось его выключить. Оу! Занос. Отловили. Атакуем на пределе, что называется. Так, ну я-то их догнал практически. Не знаю, осталось одно место для обгона. Сейчас будем, конечно, авантюрно нырять вперед. Со 100 километров. Но это боты. Так, конечно, делать нельзя, но попробуем. Вдруг все-таки получится с первого раза пройти. Так, бок о бок с ботом. Блин, хотел закрыть ему калитку, он меня выпихнул.
Нет, не получится у меня выиграть с первой попытки, похоже, это челлендж. Сюда ныряем. Бок о бок, нет, только второе место. Ну ладно. Попробуем еще одну попытку сделать, ребят. Надо еще разочек попробовать. Второе место только. Так, ну что, давайте еще разочек попробуем. Снова 5 кругов. Надеюсь, со второй попытки у меня получится пройти. Так, стартуем. Все, теперь трекшн точно выключен. Сразу видите, насколько я быстрее на старте сработал. Трекшн-контроль, конечно, очень сильно душит машину. Безопаснее ехать, конечно. Так, оттормаживайся. Да. Вточиться в ботов. Ну, вот видите, на холодной резине как носит. Газ в пол. Так тупо жать нельзя. Сразу заносит. Сейчас резина прогреется и будет попроще в этом плане. Так, ну они тут вот на холодной резине совсем пока тупят на старте. Так, мы уже на, я так понимаю, на пятую позицию перемещаемся. Вот решил брейк-тест устроить. Момент, когда надо разгоняться, я решил по тормозам нажать. Так. Эх, чуть-чуть. Бок о бок. Да, мы с ним здесь поборолись, меня выкинул наружу. Чуть не вылетел из-за этого. Так, ну вот, друзья, видите, что называется, вторая попытка уже появился в кат получше. Мы уже на четвертой позиции идем, второй круг пошел. Сейчас будем атаковать этого синего. Бок. Нет, ну все, у него траектория хуже. У меня более выигрышная траектория. Так, ну что, мы на третьей позиции. Теперь-то у меня в запасе 4 круга почти. Для того, чтобы обогнать первого и второго. Не вылетел. Зацепил я вот этот остротерф скользкий. Слишком бодро газа дал, и сразу меня повело. Так, ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного, запас есть по кругам, чтобы обогнать. Уже гораздо более точно здесь въезжаю. Такой занос получился управляемый. Конечно, ошибка это, но... На грани, на грани. Много я потерял. Эх, а вот здесь вот плохо. Здесь было плохо. Задел внутренний поребрик и сразу меня сорвало. С траектории. Ну ничего, нормально. Нормально. Подъехали. Видите, насколько я на торможении более эффективен.
Давай, давай, давай. Есть. Хватило зацепа. Оп-оп-оп. Да, боты тут сопротивляются. На Алине правда, друзья, здесь простые челленджи, они правда очень хорошо едут. Опять немножко меня снесло. Так, ну надо, надо уже пытаться обогнать. Так, вот теперь бот ошибся. Сейчас будем пробовать перекрестить траекторию. Так, отлично. Выход у нас лучше. Нет, все-таки он мне уступил. Все-таки мы прошли. Так, на вторую позицию перемещаемся. Четвертый круг пошел. Еще два круга до финиша. Подвинулся. Все. Только на первое место вышел и ошибся. Отлично. Так, ну все, теперь надо просто доехать, собственно. Еще полтора круга. Если я сейчас нигде не вылечу, со второй попытки пройду без проблем, в принципе. Это челлендж. С первого раза не получилось, пришлось, так сказать, катиться чуть-чуть подольше, чем где, чем обычно. Да, Porsche, конечно, своей развесовкой, вот этой вот доруливанием, так сказать, он позволяет очень рано нажать газ на выходе из поворота. Поставить колеса прямо. Классная машина, прям. Баланс супер просто. Смотрите, как я оторвался сразу. Так, передо мной стал пустой трек. Все, ну тут сейчас можно будет почудить, попробовать что-нибудь в дрифте поехать. Но не знаю, как здесь получится или нет. Главное не вылететь. Отрываемся еще. Без шансов. Ну вот, друзья, что называется, вкатился чуть-чуть подольше и сразу вообще без вариантов. И чуть не вылетел. Даже несмотря на такую ошибку, отрыв просто гигантский.
Все, можно офинтить немножко. Все равно меня не догонят. Так, пытаемся здесь за носи зайти. Здесь немного тоже. Классно. Не получилось сейчас занос бросить. Ну ладно. Выиграем, друзья. Это победа, собственно. Это победа. Golden Glory. Достижения нам тут дали. Сейчас посмотрим, все финишируют. Посмотрим по времени круга. Что там да как. Так. Ну, у нас лучшее время круга. А, нет, подождите. Это общий результат. Да, и время круга у нас аж на секунду быстрее. Кстати, второй сектор лучше не у нас. Но я там ошибся. Видимо, это был... Да. Но все равно, собственно, победили без проблем каких бы то ни было. 14 болидов было всего. Давайте сейчас я вам покажу. Выйдем отсюда. Так, лучший круг для меня. Но я здесь не ездил, поэтому, соответственно, он лучший. Так, сейчас сохраню повтор. И, собственно... Так, Special Events. Сейчас посмотрим. Где тут он был? Вот. Вот он, Flat Sixes. И, собственно, Alien закрыт уровень. Друзья, вам спасибо за внимание. Всем до скорых встреч и пока.